Не знаю, там готов он или нет, но нам передадут. Он готов, оказывается. Диледос, привет! Всем привет! Так, а мы очень-очень тихо слышим Диледоса. Я надеюсь, что... Да ничего страшного. Но очень тихо. Я не знаю, можешь меня свайпить? Вот, теперь отлично. Отлично. Замечательно. Как дела у тебя? Всем привет. Да, хорошо. Как настроение после такого матча? Вот. Ну, говорю, что рад. Вот. Очень старались, игра была тяжелая. Вот. Ну, показали лучше игру. А какой вообще был изначально? То есть, вот вы знали, что вы играете против OneWin. Понимали, что OneWin, да, выходит на эту игру в роли фаворитов. Какой был геймплан, может быть, ну, какая-то тактика изначально была заготовлена? Вообще, в целом, на игру. В любом случае, мы готовимся к каждой команде, неважно, кто это, сильные, слабые. Мы подходим всем ко всем с одним настроем, чтобы победить, показывать хорошую игру. Вот. И в целом, против OneWin тоже у нас был план. Мы пытались придерживаться его. Вот так и получилось. Что у вас на Ancient пошло не так в моменте? Да на самом деле мы почувствовали нить игры. Набрали очень много раундов за Т-сторону, перешли за КТ. Вроде тоже неплохо начали. Вот, и потом в моменте просто все наши какие-то поджимы, какие-то пропики, что-то не получалось, как будто поплыли в моменте, но под конец собрались, прожали паузы, выдохнули, и вот... Мне кажется, в моменте ты включился с диглом просто вовремя. Ну, да, там из комнаты немножко раскидал. Всегда так раскидывай. Буду стараться. Ну, слушай, у тебя обычно это получается, на самом деле. Мы вот каждый раз на всех матчах команды Nine Pandas как раз-таки тебя выделяем. Ты красавец, спасибо. Респект. Такой еще вопрос про Ancient мы спросили. На Inferno тоже отлично начали. Казалось, что вот все карты идут по одному сценарию. Вы классно начинаете, первая половина замечательная. И что случилось на второй половине на Inferno? Что не так пошло в атаке? Да в целом, в принципе, за КТ все было окей, перешли за Т-сторону, все хорошо, без какого-то фона, все общались, договаривались, просто где-то в микро-моментах, кто-то где-то не подсказал в моменте, не знаю, и просто на каких-то, не знаю, ошибках таких слабых, не знаю, мы подставлялись, не доигрывали какие-то клатчи свои, и тем самым, я думаю, поплыли как-то, вот не могли вернуться в игру. Ну, это... на самом деле, у OneWin была очень хорошая стрельба против вас на Inferno во второй половине, и очень много за счет стрельбы они ее вытащили, поэтому не скажу, что прям был какой-то полный провал тактический, но просто ребята собрались по стрельбе очень сильно, где там, условно, никельбэк выходил, троих забирал, а в остальном очень бодро смотрелись ребята из Nine Pandas, молодцы. Ну и ожидали ли, что нюк будет такой простой, что просто 8 в атаке сходу, и легко дозакроете? Конечно, нет. Мы подходили так же, как и ко всем картам, стараясь набрать как можно много раундов за слабую сторону, как можно больше за сильную. Вот. Также на нике было. Мы просто делали то, что всегда отрабатывали, свои какие-то фишки, свои заготовки. У нас получались, доигрывали хорошо. Вот. И за КТ просто так же играли по своей игре. И все получалось. Слушай, ну а как тебе вообще с Хомой работается? Есть какая разница вот между Литлом и Хомой, с новым тренером? Тебе комфортнее или было лучше? Толя Литл вносил свою какую-то пользу, мне какой-то опыт рассказал и так далее. И также Андрюха Хома. Вот. Не знаю, два раза человека, два разных видения. Вот. Ну, как Андрюха работает, Хома, мне нравится. Ну, слушай, я вас еще раз поздравляю. Поздравляем. Спасибо большое, что ты к нам заглянул. Желаю удачи, Nine Pandas, на все точки 2-1 уже. Одна игра буквально у вас до выхода в плей-офф, так что желаем удачи и еще раз поздравляем. Поздравляем. Спасибо, будем стараться. Всем пока. Пока.
Вот Диледос такой позитивный. Диледос, да, все рассказал, по полочкам разложил каждую карту. Спасибо ему за это большое. Я, кстати, напоминаю, друзья, что у нас сегодня на трансляции только одно BO3. Вот этот матч прекрасный, интересный, мы посмотрели зрелищный. Так что мы будем с вами потихонечку прощаться. Cyberfocus, Громозека для вас эту игру комментировали. На следующие дни расписание скоро появится, так что смотрите в Телеграме Фиссуры, там...